Приветствую вас, церковь. Я хотел бы поговорить сегодня о Иисусе Христе, так как Он является центральной фигурой Нового Завета, центральной фигурой, которая принесла нам спасение. Да, Он является Сыном Божиим, Он является Богом во плоти. И я хотел бы обратить наше внимание на то, как Иисус Христос проводил свой жизненный путь на этой земле, как Он, будучи человеком, и как люди воспринимали Его как человек. И в основании этой проповеди я хотел бы положить отрывок из Евангелиста Матфея, 13 глава, 54 стих до 58. «И пришед в свое отечество, в отечество свое, учил их в синагоге, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его Иаков и Иосия и Симон и Иуда? И сестры его, не все ли между нами? Откуда же у него все это? И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. И не совершил там многих чудес по неверию их». Здесь мы видим, что Иисус приходит в свой родной город Назарет, и люди удивляются, откуда у него такая сила, потому что плотников он сын, да? И мы знаем, что это ремесло передавалось по наследству, и если мы можем сравнить жизнь Иисуса Христа в Назарете и жизнь апостола Павла, да, то апостол Павел был из богатой семьи, получил очень хорошее образование в Иерусалиме, у лучшего учителя в Иерусалиме, у ног Гамалиила. Там он остался, там он вырос, да, и люди его видели, люди знали, что, кому он ходит на учебу, да, люди видели, какой он человек, люди видели его образование. И, скажем так, его было заметно в Иерусалиме. Плюс мы знаем из Деяний апостола, что он сделал неплохую карьеру при храме, да, потому что было хорошее образование, были все предпосылки, человек был горячий, участвовал в некоторых делах, которые казались ему справедливы. И даже, скажем так, дослужился до того, что имел письма, чтобы ехать в другую страну, в иностранную державу, в Дамаск, да, это была Сирия, чтобы там преследовать вот это вот инакомыслие. То есть человек добился определенной высоты в этом вот служении, в этом вот, в этой организации, да. И если бы Иисус Христос жил в Иерусалиме, возможно бы на него обратили внимание не только, когда он в 12 лет остался в храме, да, и беседовал с этими мудрыми людьми, которые удивлялись его мудрости. Но Господом было запланировано, и Богу было угодно, что когда Иосиф и Мария возвращались обратно в свою землю, то ангел Господень сказал, иди в Назарет, и написано, что там сбылось пророчество одного пророка, что он Назареем был наречен. То есть от Господа было это угодно, что он поселился не в Иерусалиме, хотя он родился в Вифлееме, да? И все мы знаем, что Иосиф и Мария некоторое время побыли в Египте. То есть они не были привязаны к определенному месту, не были привязаны к какой-то прописке или какому-то городу, или еще что-то. Просто ангел Господень сказал, чтобы они поселились в Назарете, да? И как будто бы он поселился на окраинах империи и был малозаметен. И это было Господу угодно, потому что это еще более удивляло бы. Потому что, если опять-таки сравнивать аналогию с апостолом Павлом, да, там были все предпосылки для взращивания вот этого духовной личности, духовного вот этого лидера, там были все у него задатки. Но Иисус Христос вышел как росток из сухой земли, да, и Исаия нам говорит, не было в нем вида невеличия. И здесь мы видим справедливую реакцию граждан того города, где жил Иисус Христос, потому что они знали о нем все, они видели в нем только плотника и ничего больше. И вот это вот человеческое убеждение, которое вот первые несколько секунд, да, как говорят, впечатление, оно остается на всю жизнь, и мы им пользуемся и смотрим, как через трафарет и больше ничего не видим. Нужно остановиться и сделать определенные выводы. Но у Бога все было по плану. И если мы вспомним чудесное рождение Иисуса Христа, да, то нам повествуют евангелисты, что Мария, мать Иисуса, пошла
к своей родственнице Елизавете. И то есть это наводит на мысль, что Мария была близка к колену Иудину, Левиему. Sorry. И Иосиф был из дома Давидова. И вот здесь оно, скажем так, сошлось все воедино. Вот это вот Левия, священство, да, и царство из дома Давидова сошлось в одном Иисусе Христе. И это было уникально, еще было определено до рождения Иисуса Христа. И потом мы, когда читаем Евангелие, когда мы читаем Писание, то мы видим, что в послании евреям нам приводится в пример Мелхиседек, царь Салима, который тоже обладал этими двумя качествами. После Мелхиседека мы видим, что было четкое разграничение на царей и на священников. И не могли цари присутствовать в Доме Божьем и кадить, потому что мы знаем одного человека, Озу, который пришел и захотел это сделать, и Бог его наказал и показал всему Израилю, что это недопустимо. У каждого должна быть своя роль, своя задача, свое служение и свои обязанности. И до этого момента эти две роли, они не соединялись вместе. И посмотрим на реакцию Иисуса Христа, когда Он уже был у Пилата, когда были, скажем так, должна была подвести черта под жизнью Иисуса Христа. И Пилат знал, кто был такой Иисус Христос. С юридической точки он не видел в нем никакой вины. И к тому же вдобавок Иисус Христос молчал, даже когда Пилат справедливо искал вот какую-либо зацепку, чтобы его отпустить, чтобы показать, не себе показать, не самому увидеть, а показать народу, что он недостоин вот этого всего, что на него обвинения предлагают, тем более смертной казни. И если бы Иисус Христос сказал одну фразу, я знаю и верю, что это бы закончилось совсем по-другому. Но Иисус Христос совсем по-другому случаю оказался там. Он знал, на что Он пришел. Он знал, что будет впоследствии. Он знал, чем это закончится. Естественно, это закончилось победой на Голгофском кресте. Люди, которые в этом участвовали, они не видели, они не понимали. То же, как и не понимали эти жители этого Назарета, кто к ним пришел, да, кто у них проповедует, кто им благовествует. Они его не приняли. То же самое и в последний момент, когда стояли у креста и говорили «сойди со креста». Да? Не в этом была загадка, чтобы сохранить свою жизнь. Основное дело Иисуса Христа было отдать свою жизнь за грехи всего человечества. Это не было видно на этом кресте, это не было видно в определенных действиях Иисуса Христа, но Бог Отец, видя своего Сына, который взял грех всего мира, да, Он сокрыл лицо свое от Него. И Иисусу Христу в этот момент был самый тяжелый момент, когда Бог от Него отвернулся по причине этого греха. Когда Бог Его, скажем так, оставил, да, на этом кресте по причине не Его греха, а по причине нашего греха, который Он добровольно взял на Себя. И когда Иисус Христос сказал «совершилось», вот это вот была действительно победа на Голгофском кресте. Эта победа даровала нам то, что мы сейчас сидим в этом доме молитвы. Да? Все мы, братья и сестры, все мы пришли ради Иисуса Христа и для Иисуса Христа, и чтобы прославить Иисуса Христа за Его голгофский подвиг. И нам только остается благодарить Его за то, что Он сроднил нас кровью Своей, за то, что Он омыл нас кровью Своей, за то, что Он сделал нас святыми, да, за то, что Он верой посадил нас на небесах, и за то, что мы есть дети Божьи. За это мы будем благодарить Иисуса Христа. Аминь.